Где музыка? Музыка! А что прям, ну сократить на одну эту нельзя, что ли? Тарелки-то я куда повешу, Лёх? А тебе взять все тарелки повесить? Анекдот. Пришел без зонта. А как же ты подойдешь, папа? Пойдешь, зонт, дождь какой шаржик. Да это? Я же устроил. Славик, он нормальный все. Славик, хочешь вернуть с Халевска? Не кончит. Все, Бог, нет. Давайте я говорю, ты понимаешь, что это пешка? У вот человека это, просыпается да, голос вот по Москве, если да, часам в 3 лучше сидит. Тогда он нормально. А если он с утра встанет, то вообще гонит. Получается, ты всю жизнь приехал, у тебя голос, ты не обманешь организм, ты не проснулся. Все, а дальше, ну, до этого и после... Когда ты здоровый. Что, хватает вам усиления? Ну, нам, да. Нам-то да. А вот, давайте. Надо будет его снимать, он поближе поставит. Конечно, всем трем. Всем четверым будешь ездить. Всем по гитаристам. Присобщайся. Да, получил вопрос по свечам. А вокруг седая пыль, одиночество. Одиночество и пыль, не пророчество. А вокруг нет ни души, мир молчания. Предание.
Демоны были, Сань, но они самоликвидировались. Так же и Сева. Ты сильно неизвестный. А как? Тут люди преклонного возраста. Я тоже, в общем, а тут так пару раз тяпнешь, и мне Кондрат Иванович накроет. Камера идет. Маков, командуй. Че, поехали. Приготовились. Музыка. А вокруг седая пыль, одиночество. Одиночество и пыль, не пророчество. Вокруг нет ни души, ни молчания. Thank you.
внутри храма фрески. Не, не, ну это естественно аллер будет. Не, будет, будет. Основа же это как раз съемки в храме. Да, ну что было еще выбирать? Понятно. Чтобы материал был, там уже. Да, 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 да. Понятно, что среди нас будет минимум. Ангел печали в заброшенном храме, сторож, хранитель и прошлого тень. Свечу он прикрыл осторожно крылами, чтоб дольше светило в ночной темноте. Все, всем спасибо, съемки окончены. Загнул. Годы давят. Раз, два. Оденем? Да. Везде он не стирается. Хорошо, давай. Не стирается? Ну как бы он... Перманентный? Так. Вот. Потому что красным будет так, но вот серебряным на черном. Классика жанра. Супер. Да нет, сейчас фотографируемся с ним. Давайте вместе встанем, да, сейчас вот фотографируемся. Отлично. Супер.